Сколько можно быть еще гастарбайтером? Да. Да, гастарбайтером это будет до тех, до того времени, пока не будет аналогично достойная как бы, работа, как он, ну, здесь я бы не сказал, что в России достойно, пока не будет достойная работа и достойная зарплата у себя у него на родине. Вот тогда такой необходимости у него не будет выезжать куда-то, он будет работать у себя.